хорошие, с вами я, Светлана Ата, и сегодня вместе с вами мы будем готовить, что будем готовить? Из кокоса, который мы как-то открыли вместе с Ашиком в предыдущем видео, мы будем готовить кокосовое молоко, кокосовую стружку и кокосовое масло. Почему я решила это приготовить? Потому что кокос мне на вкус совсем не понравился. Он мне напомнил такой привкус испорченного масла. Поэтому я и решила использовать его в нужных целях и полезных. Приступаем к готовке. Не переключайтесь, будет очень интересно. Для начала нужно очистить кокос от этой кожуры. И для этого нам понадобится такой нож. Кожицу легко снять с помощью такого приспособления для чистки овощей. Друзья мои, я и этим пробовала, но лучше всего это делать с помощью ножа. С большим трудом мы очистили кожуру, промыла хорошо, и сейчас мне нужно взвесить его. Для чего нужно мне взвесить? Потому что мы с нашего кокоса будем делать кокосовое молоко, кокосовую стружку и кокосовое масло, которое используют в косметологических целях. Буду добавлять маски для лица. Поэтому нам важно, сколько грамм. 165 грамм. Что это значит? Чтобы приготовить кокосовое масло, нужно взять пропорции 1:1. 165 грамм кокоса и 165 миллилитров воды. И сейчас мы должны мелко нарезать такие мелкие кубики. Режется ножом легко. Кубики опустила в блиндер, залила 165 миллилитров воды и взбиваю. Чем меньше, тем лучше. Вот что у нас получилось. Вы видите? Теперь что мы делаем с этим? Берем дуршлаг. Сверху я 2 слоя положила марлечку. И нашу стружку перекладываем все сюда. Теперь собираем так марлечку и выжимаем сок. Вот это вот и есть уже наше кокосовое молоко. А это наша стружка кокосовая. Учитесь, друзья. Я стала такой умной вместе с вами. Раньше этим не интересовалась, все покупала готовое. А сейчас посмотрите, какая стала продвинутая. Все благодаря вам. Эту стружку нужно подсушить. Естественным путем можно. А можно также в духовке при температуре 50 градусов на пару минут. Но я буду естественным путем все делать. Вот наша стружка. А сейчас мы приступаем к приготовлению кокосового масла. И что мы используем? Используем эту жидкость, которая осталась после кокосовых стружках. Вот это уже кокосовое молочко. Мы наливаем его в посуду. Закрываем крышечкой и ставим в холодильник на 12 часов. Друзья мои, с одного кокоса у нас вышло вот столько стружки, вот столько молочка. Будем ждать 12 часов. Прошло 12 часов, и мы сейчас посмотрим, что у нас получилось.
Видите, оно так застыло. Вот столько у нас вышло масла. Аккуратно разрезать, чтобы извлечь. Вот наше кокосовое масло. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете очень много интересного. Вот, друзья мои хорошие, наша маслица. Ну, а это сыворотка. Буду умываться ей тоже. Спрячу в холодильник, и может что-нибудь еще придумаю, какой-нибудь рецепт. Всем пока-пока! С вами была Светлана Ата.